О, боже мой, сейчас мы найдем. Господи, Рататуй, тебе вообще там не жарко? Ты хотя бы шапку там свою сними. О, боже мой, мистер, тебе-то жарко-то, а? Не-не-не, мне жарко, все, спаси. Боже, я устал, все, пошли быстрее домой. Да-да-да, сейчас, давай, я тебя заберу. О, боже мой, ну, ребят, все, успокойтесь, сейчас мы придем домой, установим новый кондиционер, и все будет замечательно. Всем привет, ребят, с вами, как обычно, Паша в Лейзи, и сегодня, ребята, мы вместе с Рататуй, вместе с мистером Хрю поехали в город, чтобы, ребята, купить кондиционер, потому что, ребята, уже наступила весна, и быстро потеплело, короче, ребята, очень жарко. Вот я уже купил кондиционер, ребята, все, давайте, пошлите быстрее домой, вы, ребята, пока ставьте лайк там, подписывайтесь на мой канал, сделайте красную кнопочку подписаться серой, а также, ребят, давайте на этой серии наберем 2000 лайков, потому что, ребят, кондиционер я первый раз буду устанавливать, так что давайте ставим лайк, подписываемся, жмем красную кнопочку подписаться, и вот, друзья, мы уже дома, слава тебе, Господи, все. Ух, ребят, так, теперь надо установить кондиционер. Оба, и оп, фух. Все, наконец-таки я поставил. Так, ну как тут его включать? Так, ну, опа, о, все. Подул, слава тебе, Господи, ребят. Наконец-таки дома будет все хорошо. Так, это, короче, так, Рататуй, давай, иди сюда. И в клетку. Так, давай, в клеточку. Сказал в клетку, значит, в клетку. Так, все, давай, вот так, в клетку, обратно и... Ух, ребят, теперь можно заниматься уже своими делами, отдыхать, там, ставить лайки, ну, это для вас, вот, и подписываться. О, так, ребята, а чё за фигня? Я сейчас только что увидел профессионала тут, а чё за у него маленький дом? Так, профессионал, привет! Чё ты тут, это, построил какую-то фигню, берлога или что это такое? Пошли лучше домой в гости, поедим чай, как раз-таки я установил новый кондиционер, пойдешь там тоже проветришься, а то в броне своей ходишь и все. Так, все понятно. Тихо, Лейзи, ты чё, не заходить ко мне домой, не надо, нет, чай давай в другой раз попьем в моем другом доме, вот, а кондиционер я потом предусмотрю. Так, а чё, ну, а можно взглянуть хотя бы, что у тебя там... Нет, вообще не смотреть. Так, ладно, понял, хорошо, а... Иди отсюда. Ну, ладно, тогда давай пока. Так, ребят, смотрите, профессионал что-то вообще офигел. Так сказал там это не входить, хотя раньше он был, ребята, дружелюбным, но он, типа, любит хвастаться там своими вещами. А сейчас, ребята, даже вот этот домик не можешь показать. Очень странно. Так, ребят, давайте-ка понаблюдаем за ним, а? Ой, ё-моё, блин, холодно уже с этим кондиционером. А, уже, блин, вечер, так надо его выключить, ребят. О, все. Ух, выключил, так, теперь, да, хотя, стойте, давайте проверим нашего профессионала. Он ушел. Так, ребят, давайте быстрее. Так, пока не стемнело, ребята, нам надо посмотреть, что там такое. А, блин, ну, железная дверь, а ключей-то нету, ну-ка. Так, стоп, а там, стоп, ребята, там... Да, это какой-то маленький какой-то домик, стоп. И там... Яма какая-то. Так, ребята, мне кажется, то, что профессионал кое-что от нас скрывает. И сегодня в серии, ребята, мы узнаем, что. Ребят, поставьте лайк. Ну вот реально, ну блин, я сейчас буду взламывать дверь профессионал. Так, отмычек у меня нет, поэтому, ребята, старым способом ломаем дверь. Так, ну-ка, ребята, давайте спустимся и по... Ребята, нифига ж себе яма, тут какой этаж, нет! Опа, так, ребята, мы приземлились. Так, тут какая-то дверь и... Так, профессионала вроде как, ребята, нет. Да, все. Давай, открывай. Да, блин, ребят, давайте топором, ребята. Опа. Опа, ну, нифига ж себе. Так, это... А что за... Почему профессионал построил какой-то подземный бункер себе? Офигеть, это что за сундуки такие? Эндер-сундук. Так, а что в них ничего нету? Так, он что, пустует все время? Ну, ладно. О, нифига, тут у него алмазы, ребята, руды всякие. О, он убил эндер-дракона? Нифига ж себе, ребята, я даже не знал об этом. Так, наковальни, так, проигрыватели. Так, книги он считает. Ой, а это что такое, ребят? Смотрите, какие-то сломанные у него книги. Так, ладно. Так, это что, так, кровать тут у нас? Так, ребят, надеюсь, что он там не пришел же, да? Так, все нормально, да. А что это такое? Так, я что-то не понял, ребят. Смотрите, тут какие-то реально сломанные книги. Ну-ка, может, что-то за ними хранится, ребят. Вот честно, мне очень интересно. Давайте, вот так, опа, опа. О, это, вы, что? Это тайник? Ребята, мы сейчас нашли тайник профессионала. Так, ну-ка. Во, реально, смотрите, он брал и все время его так закрывал.
И вот эта вот, вот эта сломанность, это пометка была его. Так, ладно, ребят, давайте еще раз сломаем. Ну-ка, а можно его открыть? Давай. Блин, ребята, не достаю. Так, давайте его возьмем. Ух, нифига себе, он тяжелый. Так, ладно, ребят, давайте его на улицу вынесем. Посмотрим, что там вообще находится. Так, давай. Ух, нормально, ребята, все, наконец-таки, еле-еле. Вышли так профессионально, вроде как, ребята, нет. Так что все, давайте быстрее. Короче, домой пойдем. И, наверное, ребята, вот дом откроем. Или же за домом. Давайте за домом. Вот профессионал, по-любому не увидит меня. Так, все, ребята, ставим. И так, теперь уже киркой вот так вот берем. И опа! Ох, нифига себе, это что такое, ребята? Вы это видите? Офигеть. Чего это за свитки, ребята? Офигеть. Так, ребята, давайте все возьмем. Давайте все возьмем. Все абсолютно возьмем. Так, все. Вот так в руки. И смотрим, ребят. Офигеть, это все профессионал. Смотрите, какое-то яблоко. А, это алмазное, что ли? Шквабриум Дим. Какой-то Apple. Ребят, давайте сидим. Давайте одно. А его все равно что-то 4. Чего? Офигеть. Вы что? Ребят, это реально профессионала яблоко, вы что, издеваетесь? Так, ладно, ребят, какая-то кирка. Ой, чё, у нее даже анимации нет, чего? Ребят, какая-то фигня, ну-ка, как она копает? Ой, что? Ребят, кирка копает, как, не знаю, как, лучше, чем креативе. Офигеть, так, ребят, давайте, ой, аж мы умеем прыгать-то высоко. Ребят, вот, блин, а почему у меня таких вещей нету? А это чё? Шарабедивый молот какой-то. Так, ребята, а он что делает? Так, ну-ка, опа, бам! О, нифига, так, ребята, ну он очень тяжелый. Он реально, он капец какой тяжелый. Он минус 50 скорости дает. Так, ладно, ребят, давайте его положим. А это что такое? О, ой! Чего, кран? Чего, ребята, у профессионала есть быстрые постройки? А я думал, это вот только у хакера. Так, ладно. О, смотрите, еще одна быстрая постройка. Так, давайте быстренько посмотрим. Что это? О, это дом! Ребята, нифига себе! Тут сразу он обустроен. Офигеть, ребята, вот это реально классно. Поставьте лайк просто. Так, ну-ка, а что тут еще у него есть? О, ребят, смотрите, какая-то броня. Офигеть, ничего себе, как я выгляжу. Ребята, я как король какой-то или еще что-то непонятно. О, еще меч, ребят, смотрите, вот меч. Ну-ка, он также. А, нифига! А сколько он наносит урона? 151? Вы что, издеваетесь? О, боже. Так, а что за свитки, кстати? Я вот это не понимаю. Какой-то китайский язык, ребята. Непонятно. Так, давайте протестируем их. Ну-ка. Бам! Ой, что? Алмазная плоть? В смысле алмазная плоть? Защита 10? Стоп, ребята, я понял, почему профессионал никогда не умирает. У него было все время это заклинание. То есть у него кожа из алмазов состоит тоже. Ребята, лайк, кто не знал. Это что за фигня? Так, ладно, ребята, а это что за слиток? О! Молниевый пульс? Это что такое? То есть я... Нифига себе, ребята! Я молнии могу типа откидывать. Ну-ка вот так, бам! Офигеть, это реально очень круто. Так, ладно, что тут у меня еще было? А, вот, динамит алмазов. Ну-ка, ребят, давайте... затестим. Так, надеюсь, что он так жестко не рванет. Все, бежим, ребята, бежим. Все, отходим. И... Офигеть. Все покрылось алмазами просто. Вы что? О, ребят, давайте затестим как раз. Ну-ка. Офигеть, тут просто все в алмазах, ребята. Вы это видите? Тут вообще сколько алмазов, ребят. Это просто капец. Так, один я себе по-любому, ребята, возьму. Так, и получается... А, нет, стоп, ребят, смотрите, какой-то еще... Какое-то яйцо призыва? Так, ребята, я что-то не понял. Мне кажется, ребята, я что-то слышал. Какой-то нейро... Роталин. Какой-то, ребят, короче, что-то подобное я слышал. Мне вроде как раз таки хакер говорил, то, что это какой-то очень опасный моб. Ну-ка, ребят, давайте его запомним. Ой. Ой-ой, ребята, мне кажется, мы зря его запомнили. Мне кажется, мы... Это... Стоп. Это крыса? Ребят, это... Вы это тоже видите? Это реально крыса? Чё? Ребят, в смысле... Чё это за порталы? Чё это за фигня? Ушлёпки! Ай-яй-яй, тихо! Так, ребят, это чё за инопланетные корабли какие-то? Чё за фигня? Так, ребят, мне кажется, всё очень плохо. Так, ребят, мне кажется, лучше просто взять и мирную поставить. Ну его нафиг. Ребята, чё за фигня? Так, мне кажется, профессионал за это нас обидится, потому что, ребята, яйца вроде как добываются только с креатива.
Так, ладно, все, ребят, короче, давайте быстренько это все в сундучок положим. И, ребята, будто нас тут и не было, будто нас тут и не было. Мы так берем, положим. Мы только, ребят, посмотрели. Надеюсь, ролик, кстати, вам понравился, ребята. Так, все, и, ребята, относим назад. Так, относим. А, блин, еще броня на мне. Еще, ребят, броня. Так, ребята, броню я тоже сниму, потому что она, ребята, тоже не моя. Так, вот эта железная дверь. Так, ребята, вот это, так, все, давайте быстрее, быстрее, быстрее. Так, вот это. И, вроде как, все. Теперь уже все, ребята, нам надо быстренько отнести вот это все вниз. Ребята, просто взять и скинуть этот сундук. Так, давай, давай, быстрее, 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 быстрее. Так, и, ребята, вот так вот ставим. И вот так дверь, и уходим. Все, ребята, короче, данный ролик у нас подходит к концу. Надеюсь, вам он понравился. Вы не забыли ему поставить лайк, подписаться на мой канал, ребята. Всем удачи, всем пока, народ!